Я пользуюсь ТикТоком уже давно. В результате регулярных просмотров на моем телефоне выгорели пиксели в нижней части экрана, где находится белая кнопка с домиком. Хотелось бы попросить вас как-то решить эту проблему. Может, сделать эти иконки не такими яркими во избежание выгорания пикселей на телефоне. Телефон Samsung Galaxy S20 Plus в пользовании чуть больше 11 месяцев. Здравствуйте, да. Это компания «Водка Веселый Снеговик». Очень приятно. В общем, тут такое дело. Я очень люблю ваш товар и пользуюсь им очень часто. 3 раза в день пью вместо еды. И тут возникла проблема – цирроз печени. Врач сказал, что это из-за водки. И вот у меня есть просьба, вы не могли бы это как-то исправить? Ну, может быть, воду покачественнее будете добавлять или... Там, вот, потому что я, мне кажется, это из нефильтрованной воды. Я читал, вот мне в ТикТоке лайфхаки показывали, что вода может влиять нехорошо. Воду нужно очень важно выбирать в магазине правильную. Да, вы сделаете хорошо, спасибо, я очень рад. До свидания. Ужасно скатилось приложение. Почему качки могут выкладывать видео с голым торсом, а девушки с небольшими оголенностями блокируют видео? Ставлю отметку 2. Да, почему девушки не ходят с оголенным торсом, как мальчики? Я не понимаю этого. Какой хитренький мальчик, варкрафтер, да? Я и вправду этим недоволен. Так, сайт бюстиков, шап. Почему все девушки на пляже пользуются лифчиками, купальничками, а мужчины ходят с голым торсом? Я требую ликвидировать эту дискриминацию и запретить выпуск бюстиков для женщин. Сиси должны дышать. И запустить новую коллекцию бюстиков для мужчин. ТикТоки узнал от блогеров больше, чем за 9 лет школы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Рассказали, показали. Конечно, и смешные видео есть. Единственное плохо, что некоторые используют ненормативную лексику. Да что вы говорите, это правда? Вообще в школе ничего не учили? Да. Вообще-то знаете, вот, например, что далматинцы рождаются без пятен. Вот такого в школе вам никогда не расскажут, между прочим. Вас просто тупые стихи будут заставлять учить все. А еще вы знали, что дельфины занимаются сексом ради удовольствия, а не просто для потомства? Да, это правда удивительно. Ужасно, что в школе. А что же вы тогда в школе проходите? Ну, я не знаю, я в ТикТоке сижу, но я там смотрю на уроках только научно-популярный контент, а развлекательный только дома, вне урока вообще-то. Молодец какая, замечательно. Это просто полный трэш. После того, как я сменила телефон, не могу войти в аккаунт. Прошу удалить эту ошибку. Поправите, изменю оценку. Сэр, поступила новая жалоба. Мы должны помочь этой маленькой девочке. Разберитесь с этим, провести анализ внешних данных. Нужно спасти наши задницы. Генерал Кимси на связи. 11 тысяч сотрудников пытаются понять, в чем дело. Какие заботливые американцы. Не то, что наши русские. Игнорируют постоянно. Здравствуйте, ТикТок. Обращаюсь к разработчикам. Все, конечно, хорошо, но мои видео набирают слишком мало просмотров. Хотя я делаю годный контент, у меня там 30к. Пожалуйста, улучшите активность. Тогда поставлю 5 звезд. Гениально. На самом деле, такая жизненность. Стараешься, а не... Никакого актива. Почему при регистрации, когда я ввожу дату, вылазит окно недопустимо? Моя дата рождения что, слишком большая для ТикТока? Но мне ведь всего 21. Честно. Отправил. Надеюсь, поверят. Отличное приложение для хорошего настроения. Подурачиться, почувствовать себя актером, танцором, юмористом. А можно просто посвайпить вниз. Тогда тебе сюда. Заходи и ко мне на страницу, может, на что-то вдохновишься. PR менеджер. Стонкс, блять. Большое спасибо всем за актив. Пожалуйста, оставляйте комментарии, отзывы под различными предложениями. Дайте мне возможность поржать над вами. Увидимся на том свете.